Мотобратство – это целый мир. Дух единства и при этом свободы, непередаваемые эмоции. В Химках прошел мотопробег, посвященный закрытию мотосезона. Химкинское отделение клуба «Ночные волки» и представители других подмосковных городов прокатились по улицам округа и отправились в Долгопрудный. Всего больше 30 мотоциклов. Отделение Химки в этом году будет праздновать свое 10-летие. Уже 10 лет здесь есть ночные волки. Впервые собрались всего несколько человек, трое. Постепенно приобщались братья. Клуб – это братство, где есть мужская дружба, приключения, путешествия. Мотопробег объединил не только самих мотоциклистов, но и их семьи. Считается, что вождение мотоцикла – дело не женское. А вот на пассажирском месте можно увидеть прекрасных девушек, которые поддерживают своих супругов. Мне очень нравятся совместные прокаты по городу, за городом. Вот. Ну, во-первых, это не быстро. Вот. Это очень положительные эмоции дает. Вот, совместное такое действие. По уже сложившейся традиции в Химки приехали гости из других подмосковных отделений мотоклуба «Ночные волки». Например, Пушкина и Долгопрудного. Философия движения, вообще мы как бы вот эту мотокультуру несем в массы, показываем, что она есть, что это мотокультура. Плюс мы стараемся как-то молодежь, такое патриотическое воспитание молодежи, чтобы они родину любили. Хотя бы так же, как и мы. Ну и чтобы помогали и слабым, и там, где нужна помощь. Вот наша философия. Мотоклуб «Ночные волки» существует уже более 30 лет. Он завоевал мировое признание как самый крупный, мощный и независимый мотоклуб со своими традициями. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.